Приветствую, дорогие зрители, подписчики моего канала. С вами я, Супер. Мы будем продолжать играть в игру под названием Murder. Убить короля. Часть вторая. Да, кто не смотрел первую часть, загляните в описание. Либо тут сверху будет первая часть этой игры. Тогда я был вообще нубасом. Спасибо, что вы пишете в комментариях, что надо не убивать желтого чувачка, потому что он, наоборот, восстанавливает вашу жизнь. Давайте продолжать играть в эту игрушку. Вообще, очень интересная. Мне она очень сильно понравилась. И вам тоже. Очень сильно понравилась. Так что, ну, поставьте лайк, если вам эта игра нравится. Давай! Блин, меня убили. Ну, ничего страшного. Я тут уже профессионал. Тут без разницы, сколько раз будем умирать. И еще пишите в комментариях, что у нас... Блин, меня убили. Сейчас, подождите, я молоко глотну. Все, давайте убивать этого короля. Убери, я хочу стать королем. Уф, успел опустить пробел. И сейчас ссылка будет в самом низу описания ролика. Не, смогли убить. Ура, теперь мы король. Оу, ес. Пошлите дальше. Блин, ну умирай, давай. Опа. Как видите, мы стареем, то есть, видите, у нас борода. Да, и скажите вы мне, да, да. И вот этого синего надо убивать, он, во-первых, хочет нас убить. И этот шут тоже он мне не нравится. Он вообще не няш-мяш, но все же, сдохнет. Вот, у нас, как видите, полоска заканчивается, то есть мы можем сдохнуть. Здесь ничего не надо делать, ведь этот чувачок нас не убивает. Смотрите, что он будет делать. Мы глотнули эликсир жизни, то есть мы не умираем, видите, наоборот, мы восстанавливаем жизнь. И кто-то, если захочет нас убить, мы его убьем. Да, оу, ес. Базы, которые, шут мне вообще не нравится. Блин, не успел пробел нажать. Фак. Там надо именно в ту же секунду. Да, невидного чувака убили. Ну ладно, ничего страшного, давайте еще второй раз. Да. Сейчас не будем вообще нубить, будем профессионалами. Блин, меня убили. Все, давайте будем немножко адекватны. Давайте убьем этого короля. А, когда он наверх смотрит, в принципе, можно его убивать. Все, убили. Ура! Теперь мы король, да. Уф. По моей информации, которую вот мы все время узнавали, любые похищения, проявления летающих тарелок, встречи, все это где-то 99% темные силы, а не светлые. Людей похищают. Смотрим дальше. Вот это меня тоже попытается убить. Раз, все, в тюрьму тебе. Гаденыш, который хотел меня убить. И как видите, там в темнице больше трупов, больше и больше. Вот этот чувак захочет меня удушить, но все же. Умри, чувак, если ты недостоин короля, да. А этого не надо убивать. Этот хороший чувачок. Писали комментарии. Не знаю, кто написал, но спасибо тебе. Я тебе скажу спасибо. Оу, ес. Побежали дальше. То есть сейчас мы от старения убирается и... Вот этот чувак мне не нравится вообще. Он повторяется, повторяется миллион раз. Все. Вот я не знаю, куда что надо сосадить, но, по-моему, прям сейчас. Да. Когда середину доходит клинок, запоминайте, надо сразу его... в темницу. А этого сразу можно. Там некоторые уже ускоряются. Вот видите еще на картине, что там короля типа пытаются убить. Это мы убили так-то давным-давно. Там некоторые люди ускоряются уже. И иногда просто не хочет делать. Убивать нас, точнее. Все, мы ушли в комнату. По возвращении домой нифига дорога ночью дело не изменить.
Вау, туда есть конец, там писали? Вау! Типа мы там всех поубивали. О, теперь я король! Вау! Да ну. Вау, тут есть концовка! Ого, я затащил! Всего что 5 минут было. Ну все, давайте до этого прощаться. Мы прошли эту игру, черт возьми. В прошлой части мы не смогли пройти там. Да хуя, мучились. Вот, первая часть будет сверху или в описании ролика, или вообще в комментариях под видео. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео, если вам понравилось. И порекомендовать своим друзьям эту игрушку, и чтобы они посмотрели, как концовка делается. Вообще крутая игра. Все, всем удачки, всем пока-пока. Встретимся скоро. Yeah. Бау. Чики-бау. Бау.